Анатолий Кувалыч. Ты че себе возомнил? Мать, угомонись, кто-то баловался. Всем привет, друзья. Вы на канале Типа Атоп. Меня зовут Дима. И вышла 11-я серия нашего любимого от первого лица школы 5. Сейчас поскорее бежим его смотреть. Вы куда смотрите? Ну да, батон лежит там и шо. Я говорил, шкаф будет заполняться, какие проблемы? Забыл включить. Тогда скажу еще раз, бежим скорее его смотреть перед началом. Не забудьте подписаться, если не подписаны. Забегайте в мой телеграм, там всегда новости, когда следующие реакции, новый летсплей, стрим и так далее и тому подобное. И погнали скорее смотреть. Если хочешь действительно знать всю ситуацию, то приезжай ко мне на выходных. Рар! Сказал выдрить весь коридор. Если дерзкого, я сейчас не могу. Да, вот зубная щетка, и я мыл сегодня. Что сделал с моей дочерью? Ты издеваешься? Я даже школу не успела закончить. В смысле? Это что? Тебе нужно объяснять, что это? Как так вышло? Опа-па. А как так вышло? Подожди. Ну, мне как бы не стоит объяснять, но... Или стоит? От первого лица школа 5 беременна в 16. Слушайте, так много... Сказано в паузах, слова не нужны. Тебя должна спросить Дима. И что делать? Как что? Подписаться на канал. Цель 4 миллиона до Нового года. А если хотите увидеть новое видео, то давайте... Блин, дураки, я... Я ж перепугался, ну чего вы на дуре? Я никак не могу привыкнуть к этому новому формату, что типа Руслан не говорит теперь в начале, а теперь ребята сами отыгрывают эту историю. Соберем 150 тысяч лайков. Я про беременность, Полина! А, ты про это? Ну, я не знаю, но тебе нужно проснуться. Это... Да рассосёток! Не волнуйся, что там? Раз, два, ну месяц, второй и пройдет. Да. Сон? Это опять сон. Когда уже эти кошмары закончатся, блин? Что ты тут делаешь? Я просто уже проснулся. Да, но... А что ты... Да, да. Ох, интересная серия, да, нас ждет. Прям вот с самого начала. Я еще сплю. Это тебе. А откуда это? С папой твоим сходил в магазин. А папа еще не ушел? Ты же сама говорила, что у него сегодня выходной. Спасибо тебе, конечно, но на будущее. Если ты у меня на ночевке, это не значит, что ты можешь врываться в мою комнату. Завтрак уже на столе. А папа нормально так отнесся, все нормально, понимаете? И вот таким вот образом мы остались без мамы. А Полина всем в школе говорила, что мама... Что значит ты таким вот образом? Она мне расскажет, да? Таким вот образом мы остались без мамы. Мама у нее есть. Когда я такое говорила? Как минимум, когда ты опаздывала. Говорила, что у тебя есть записка от мамы. А что, мне надо было на весь класс закричать то, что меня воспитывает только отец? Ты действительно этого так стесняешься? А ты знаешь много девочек, у которых мама ушла? Ну, Полиночка, что сделано, то сделано. Не станем же мы ее осуждать. Да я ненавижу ее. Правильно. Ну, одноклассники ж теперь все знают. Разве что-то изменилось? Ну, Полину уже стебали. Все-таки правильно, что она не рассказывает. Ладно, этот разговор уже пройден. И надеюсь, его больше никогда и никто не будет поднимать. Теперь ты знаешь всю правду, как я и обещала. Хотя... Я не знаю. Я не знаю, Полина. Я не знаю. Да, мне тоже было интересно, почему нету мамы. А все заканчивается тем, что... Ну вот поэтому... Мы должны были поговорить еще на выходные. Нам было не до этого. Жаль, конечно, что мама нашла себе другого. Но у меня отец тоже появился и потом снова пропал. Хотя местами очень сильно мне помогал. Мама не пыталась с ним связаться? Не берет трубку. Ни от нее, ни от меня. А вам, кстати, не нужна жена? Дима... Не надо, не надо, не надо, Дима, что это за это? Как тебе такое вообще в голову пришло? А ты дурак? Да ладно, чё ты? Я, если честно, не особо хочу заходить. А у тебя есть выбор? Давай, ты первая, а я за тобой. Он в последнее время только злой. А ты девочка. То есть ты хочешь сказать то, что на меня он будет меньше злиться? Вы что, решили сразу к нему пойти? Ладно, Дима, ему терять нечего. Но ты... Может, тогда ты пойдешь? Я что, по-вашему, самый бесстрашный туда идти? Леопольд Арнольдович. А подождите, это не к Леопольду не были? Я думал, что там этот, как его, Лев или как его там, я не помню, Анатолич. Навел суеты, Арнольдич. Да, навел, а что поделаешь? Если что, я не с ним. А вы, собственно, по какому вопросу? Если что, по всем вопросам, по дополнительным, по географии, можете ознакомиться на доске с расписанием. Леопольд Арнольдович, тут такое дело. Мы готовы на все, лишь бы вы снова стали нашим классным руководителем. Нет. Мы изменились и стали совсем другими детьми. Вы можете нормально выполнять свою работу. Мы как договаривались, а вы что делаете? Точно нет. Я ждал еще раз, нет, знаете. С этим вопросом, я надеюсь, мы решили. Цветы, надеюсь, не мне. Не, я их на мусорке нашел. Красивые, в идеальном состоянии. Продать их. Ну вот и отлично. А я, пожалуй, пойду. Это все из-за Саши. Темщики. Он почти согласился. Мне кажется, что вы немного переоценили свои шансы. Их было плюс-минус ноль.
О, слышь, букетик не нужен. Дешево продам, братух, в идеальном состоянии. Так что, что скажешь? Такой, причем, очень похожи между собой были, вы видели? Хотите, чтобы из вас меня еще больше наругали, или что? Вот вы вообще убирать умеете, или вы только в доте мамок оскорблять можете, а? Вот что вас это за мусор? Обычно так говорит твоя мама при виде тебя. Че, малой, офигел? Ну, про мамок мы уже обсудили, это они точно умеют. С каких пор Саша стал строить младшие классы? А че младшие классы убирают наш класс? Почему Рома сзади стримит? Или что он там делает? Не, Ромчик точно не пропадет. Ромчик не пропадет, попомните мое слово. Саша, что ты тут устроил? Я что устроил? Да эти крипы пообещали поубирать вместо меня. И просто зафилонили. Чисто руины какие-то. Я думал, ты с уборкой закончил. Ага, закончил. Я же на ваш концерт смотрел. Вообще странно, что после того, что он устроил на сцене, он остался в нашей школе. Так еще и классным руководителем. Так, я тут. Ага. Расклады! Ну, Рома, красавчик, я вам говорю, этот человек просто голова. Пока Саша, пока Камран какие-то мелкие темы мутит, чувак пошел вверх. Правильно, козероги, что там говорят звезды на этот месяц? А всех вижу, все читаю. Мария 56 и Антон 17. Если будущее, будут ли дети? Так, раскладик делаю, не переживайте. Давай, о, Роза, спасибо за рыбу. И топаем по экранчику, не забываем. И еще вы можете прийти ко мне на личный прием. Вы почему стоите, а не к урокам готовитесь? Иди отсюда, у нас тут занят человек. Мне тоже интересно, чтобы на меня сделали расклад. А ты что тут устроил? Тиктокер великий. Под меня косить пытаешься? Человека прямой эфир, что ты лезешь? Ты же понабирался манер. Это он на своих заграницах вот это наездился, да? Или вы подумали, что если классного сегодня в школе нет, то вы можете позволять себе все? А вас, фриков, буду рад скоро видеть по телеку. Чего? То есть, чего? Ты хочешь мне сказать, то, что классного сегодня нет в школе, да? И зачем тогда я малых напрягал? Ты хоть знаешь, сколько мне это обошло? А у них их деньги есть. Слышь, Пала, с длинными ногами, кроссфит любишь? Ты гони кросс из этого класса. Я обычно девушек не бью. Да тебя бы зафигачил. Я так понимаю, как... Эти ребята мне очень понравились. Дота, говорите, губит. Не, подожди, она еще сдачи научит давать. Дом вашей стаи это комрад. Ты всегда свой мусорник открываешь, когда не надо. Если мне не ущербных понадобится, мы обязательно тебя спросим. Ладно, уборка это не ваша. Вот оскорблять вы умеете. И собрались. Ты их даже не остановишь? Ну, я не хочу, чтобы они не оскорбляли. Я после уроков пойду и разберу сам с ним. В журнал я уже записал. Льву Анатольевичу я тоже все доложу. А вы... Вы же еще дети. У тебя явно с головой какие-то проблемы. Аля, полегче будь. Даже льва толпой гасят. Рар. Я не могу, меня Маля просто добивает. Он возомнил из себя непонятно что с этим журналом, с этими какими-то этими мнимыми обязанностями. Ты никто, ты такой же ученик в этом классе, как все остальные. Ходит, качает права. Недолго ему осталось. Ох, недолго. Ксюш, а ты давно на их сторону перешла? Когда поняла, что общаться с тобой, значит быть не в тренде. Ничего, что я как бы хотел с тобой... Ну... Слышь, если ты там что-то хотел, то цветы нужно было у меня покупать. Уже сегодня, как минимум, кому-то из этих двоих подарить. Герману или Ксюше. Считай, то и тех на мусорке нашел. Ты что, цветы на мусорке нашел? Ты что, по мусоркам лазишь? Ты что, кому-то букет из мусорки продал? Да что вы на меня лезете все? Главное, что продал. Неважно, откуда. Бабушкин. Молодец. Темщик темщиком, а жилка предпринимателя есть. Как будто мы знаем, на чем выращивают те розы, которые продают в магазинах. Хотя мы знаем, и вы просто отрицаете этот момент. Знаем. Вот-вот, еще непонятно, что роза из этого дела или цветы из мусора. Бизнесмен. Так, успокоились. Маля, ты можешь быть старостой для своего Льва Анатольевича, а у нас свои правила. И по нашим правилам главный тут я. Ну, Орех наш староста, а ты, получается, петух. Я стала староста? Пока еще нет, Орешка, но мы к этому стремимся. Единственное, к чему стремятся в этом классе, так это стать... позорище. Таким же позорищем, как петух на сцене. Детский, а мы что, будем на уроке кино смотреть? Да. Параллельный класс уже. Убежал, что ли? Не расстраивайся. Мы сказали, что там кино для взрослых. Че, серьезно? Так, я не понял, а чего здесь ты? Кощеечка! Валдыч, заходи, я давно тебя не видел, я рад тебя видеть, рассказывай, что там, как жизнь. Разговаривайте, ничего не делайте. Я вам для чего проектор дал, дерзкий, а? Для того, чтобы его поставили, включили, установили и запустили. Дай его сюда. Я сделал вид, что я ничего не видел, вы тоже сделайте. Дай сюда, сказал. А сейчас все сели на свои места, будем кино смотреть. А я говорил. А что там было? Ну, в принципе, вот так все и происходит.
Да, я понял, к чему было название в этой серии. Не, ну молодцы. Молодцы. Вопросов как бы нет. Это надо делать. Это лучше, чем узнавать из всяких этих интернетов. Но судя по выражению лица наших школьников, то они, по-моему, травму получили. Жалочка, я вас очень прошу, снимите, пожалуйста, вот это вот все, ладно? И не только дети, но еще и кувалды. Я никогда в своей жизни не буду рожать. Я тоже. Ты же пацан. Да я знаю, до сих пор от шока отойти не могу. Не кажется ли, мне перестают нравиться девочки? А вторая часть у вас есть? Чё? Чё? Ты же говорил, что будет кино для взрослых. А ты не повзрослел за эти 30 минут? Да чего мы вообще это смотрели? Это же издевательство. Знаете, по правде говоря, мне это тоже все не очень нравится. Но Рашида Жавдатовна, она настоятельно порекомендовала, что половое воспитание в школе должно быть. Не, ну это правда. Просто мы еще не выработали систему, как это делать правильно, вы понимаете? Так что довольствуемся тем, что есть. Тем более, когда речь заходит о беременности в вашем-то возрасте. И вообще, я не понимаю, почему учитель информатики должен все это вам рассказывать. С беременностью только от передней парты пахнет. Нет. Маля, пес, тебя дери! Тебя спрашивали! Сиди, уткнись туда в свой журнал, если ты его так любишь. Здесь не Лев Анатольевич, здесь кувал, здесь нормальный чувак. Подлизывать тут некому. Мелких позвать, а? Че ты кукарекаешь? Слышь, Полин, мне, кстати, сегодня такое снилось. Ты про что? Ну, что ты беременна. Блин, ребята, какой кошмар. Я сейчас вам объясню, просто мне тоже снилось. Ну, не я беременный и не Полина, а как бы... Просто я вчера узнал, что, типа, одна моя знакомая тоже беременна. Потом приснилось это, и теперь сейчас это говорят, и как будто, типа, я это говорю. Уже называется полное погружение в сюжет, ребят. Мне в последнее время столько кошмаров снится. Тима, ты что, дурак? А этот, беременная Полина, прикольно. Назовите только сына Саша. Кстати, так и дочку назвать можно. Идеально. Ну, пробовать не надо. Уже. Анатолий Кувалдович, а почему Рашида Жавдатовна именно вас попросила провести данную лекцию? Рашида Жавдатовна, видимо, только Анатолию Кувалдовичу доверяет такие темы. Так, знаете что? То, что у меня с Рашидой Жавдатовной, вас всех интересовать не должно. О, так ты подтвердил? Это первый раз я такое заметил. Слушайте, а было где-то до этого какие-то такие... Маночки. Анатолий Кувалыч, ну молодец. Мужик, молодец. Ну, все ясно. Так, подождите. Вам не нравятся вот эти темы, и при этом вы выполняете поручение Рашида Жавдатовны. А нас это еще и волновать не должно. Так получается, что... Рашида и Кувалда вместе? Добрый день, класс. Как цветочки, Рашида Жавдатовна. Нашел, кому реализовать, да? Молодец, Камранчик, молодец. Не пропадет, не ученик, так учитель. Ну что, Анатолий Кувалдович, как у вас проходит урок по половому воспитанию? Рашид Жавдатов, после того, как вы зашли, стало куда лучше. Особенно для Анатолия Кувалдовича. И, кстати, вы абсолютно правильно сделали, что поручили эту тему именно ему. Он ас. Анатолий Кувалдович, я не поняла, вы что, им сказали, что... Стоит, просто расплылся, красавчик. Я вас попросила. Вы же сами вызвали. Рашида Жавдатовна, а откуда у вас этот букет? Камран, подарили. Потрясающий букет, Рашида Жавдатовна. Вам к лицу. О, так вы еще и цветочки ей подарили. Камран, это не тот букет? Тихо, помолчи. Не надо. Это того не стоит. Все, Камран реализовал. Тебе какая разница, шапка ты дурная. Который ты на мусорке нашел. Я так понимаю, вы решили мне день сегодня испортить, да? Ну, как минимум, вы нам его испортили своим фильмом. Так что 1-1. И, кстати, в прошлом году вы нам показывали фильмец куда лучше. А что за кино? Рашида Жавдатовна. Детский. Скажи спасибо, что я без бейсбольной биты пришла, в отличие от прошлого года. Пожалуйста, продолжайте урок. А вы слушайте внимательно. Особенно вы, Дмитрий и Полина. А им уже поздно. Ну класс. Все считают, что нам пора, да? Или чего? Или все считают, все боятся? Хорошо, Джавдат. Я чего-то не знаю. А это вы узнаете в следующем сезоне «Беременна 16». Да, Дима? Так а мы на свадьбу попадем? Анатолий Кувалдович, а что вообще в классе происходит? Вы... А этот... Не могу. Этот расплылся и все. Ни слова толком не сказал. Помнили, что вы им тот фильм показывали? Рашида Жавдатовна, а вы с Анатолием Кувалдовичем сразу тебе планируете? Или подождать? Ну, я бы на вашем месте не затягивал. Тихо! Можно вас на минуточку? Кое-что обсудить нужно. Тет-а-тет. Дураки. Ну, действительно, зачем ломаете? А ничего. Реально встречаются? Не, но этот букет явно мой.
Только вопрос, как он у нее оказался? А? Сели все по местам, урок еще идет. Ты че себе возомнил? Слушайте, ну я не знаю, ну прям нервы сдают мне на него. Я вот уже спокойно стараюсь реагировать, но все равно. А вы не перегнули палку? Не, Анжел, реально, прости. Ну, если честно, я считаю, что не стоило нам показывать это кино. Не каждая психика это выдержит, особенно наша. Лет 20 тебе точно не стоит об этом переживать. Ну, а может реально перегнули? В смысле, к 34? Не, слушай, вполне нормально. У них все только начиналось, то перегнули. Вы мне все отношения таким способом испортили. Вот ты мне больше всех испортила. Может, устроим им что-то типа свиданки? На колесе обозрения, на уточках в парке или еще. Не, ребята, тут главное просто не лезть. Как бы вы ни старались, вы все равно будете делать только хуже. Они взрослые люди, они сами разберутся, и поверьте мне, точно не в стенах школы. Вы вообще не шарите в романтике. Девочки любят подарки. Я думал, тебе не подарки важнее, а у кого толще кошелек. А ты быстро переобуваешься, Маля. Да забей, и вообще не обращай внимания. Он в прошлой школе только и мог что громко говорить, а на деле только пшик. Это мне говорит та, у которой ни одного друга не было в прошлой школе. Если бы не мы с Платоном, ты бы до конца одна ходил. Скажи нам спасибо, болотная королева. И это говорит человек, который в классе полный ноль, для тебя тут никто не любит, не уважает, и друзей у тебя тут нет. А если ты думаешь, что... Простите, врагов перессорить это дорогого стоит. Но Ромчик сзади наваливает расклад. Это ж невозможно. Да Гера, твой друг, ты знай. Он тебя предаст при первом же разговоре об отчислении. Да, Гера. Я рада, что мы друг друга поняли. Так, а вы почему все стоите? Букет мне мой верните. Рашид Джавдатовна, а может вы меня свидетелем на свадьбу позовете? У меня там... Да зачем? Пиджак с президентства остался. Рашид Джавдатовна. А вы сегодня фильм показывали, потому что уже знаете, что произошло? Так может, мы всему классу расскажем? Малярчук, с каких-то пор школьная программа подстраивается под события, происходящие в классе. Не обращайте внимания, Рашид Жавдатовна. Просто сегодня Льва Анатольевича нет, вот ему и подлизаться некому. Бесится. Да. Смотри, крыса какая, что-то там нашептывает. Не, подожди! Только он пускай не нашептывает, что Полина это вот. Вы понимаете, что это, ну, это очень серьезная тема? Просто так теперь не отмоешься. Теперь надо идти, получается, сдавать анализы, что ли? Что? Пожалуйста. Боже, боже, какой ужас. Что у вас? Ходит, черт возьми. Я знала, что вам нельзя вместе на ночевке оставаться. Чувствовала сердцем. Но я хотела быть хорошей мамой. Ничего, теперь будете хорошей бабушкой. Вы мне на один вопрос ответите. Вот с этим мне что? По-моему, Полина так же само удивленно смотрит, как и я. Но вы знаете, что тест срабатывает на мужские гормоны. И если мужчина пройдет тест на беременность, он всегда будет беременным. Так устроен этот тест, короче, таким образом понимаю. Что делать? Прикажете, объясните мне, пожалуйста. Да если бы Малярчук мне вот это вот не рассказал, не показал, что вы мне теперь по коридору с животом бы бегали? А ты держишь в руках штуку, которую засовывали в жидкость кое-какую. А чё именно Полина? Где там подписано с другой стороны? Полина, какая бы там у нее не была фамилия. Это может быть абсолютно кто угодно, абсолютно кто угодно. О, мой очередной кошмар. Простите, что опоздал. Как только получилось, сразу к вам. Так что у вас произошло? А то по телефону толком не объяснили. У вас произошло! Ваша дочь у вас произошла! Она беременна, вы понимаете это или нет? Что? Что? Да вы не стокаете, Тесс! Ты что, вы что, не поняли до сих пор? Я уже сижу, пытаюсь понять, что же происходит. И как решить эту проблему, потому что, ну, это явно не Полина. Ваш? Господи, боже мой, это же надо было додуматься. В школу притащить. Зачем? Зачем? Вы что, хвастаться перед одноклассниками собираешься? Я как раз сегодня им поставила урок по половому воспитанию. Я еще думала, бедненький, ну не рано ли, я им тему даю. Ты что сделал с моей дочерью? Да нет, отец! Тихо, отец, у нас все с тобой нормально, мы с тобой сходили за цветком. Впервые это вижу. Мою дочь? Нет, Тесс! Да папа, я не беременна! Хорошо, даже Жавдатовна, я правда не хотел вас отвлекать. Ну тут кое-что выяснилось. Давай, Рома, раскладывай! А что это? Это что? Дима, что ты сделал? Мама, это... Это все ученицы в классе, получается. Мать, угомонись, кто-то баловался! Кто-то подделывал тесты, я не знаю, что-то происходило. И мои! Простите меня. Пожалуйста, это все для бизнеса. Я сейчас начал картами Таро увлекаться. Ну, гадания. Много кто обращается. Особенно девушки, которые хотят отношения сохранить. Вот я им расклад делаю и тест для беременности, ну вот, как сувенир даю. Ну, схема рабочая, 100%. Я вот один потерял в раздевалке. И Маля, наверное, его нашел. Так ты не беременна? Никто не беременен. Ну, это ж было сказано вам. Ну, а по факту, а как еще доказать? Ну, вы понимаете, тут на слова никто не поверит. Ох, отлегло, Малёся, отлегло, и у меня...
меня, и у мамы, и у всех. Я полоски сам рисую. Роман. Так выходит, значит, недоразумение вышло, правда? Вы что, все? Подурели, что ли? Прошу, даже Жавдатовна, вы, пожалуйста, так не нервничайте. Давайте лучше в класс пройдем, хорошо? В класс пройдем? Тихо. Мы сейчас туда пройдем. Мы сейчас так туда пройдем. Стоим, чего за мной все пошли? Вы во что эту школу превратили? Дураки. Они им праздничный ужин накрыли, да? Ну куда? Она ж на истерике залетела, с ума сходит. Я вам говорил, не влезайте. Дела взрослых — это дела взрослых. Чук! Это что за тесты? Вы романтики захотели? Будет вам романтика! Не надо! Я спрашиваю, какой это все устроил! Вообще-то это я, Рашида Жавдатовна. Хотел вас как-то подбодрить после произошедшего. А я на наших ребят сгрешил, понимаете? А это Кувалдыч придумал. Простите, забираю свои слова назад. Вы? Какое, получается, недоразумение, да, вышло? Букет вы ничего такой подарили. Все-таки вы букет подарили? Букет подарил. А за сколько вам его продали? Если не... Что значит продали? Нет, старшеклассник его дал беде. Беда его дала мне. Ну а я этот букет уже дал Рашиду. Так, значит... Букет фактически два раза был в одной семье, вы поняли? У Камрада и у бабушки. О май гад, это же... Самых крутых, самых невероятных подписчиков. Все верно, это про тебя. Подписывайся в Телеграм и на игровой канал. Значит, это еще и передаренный был. Нет, я сейчас все объясню. Я почему все это затеял. Роман, он сделал мне вот расклад и убедил меня в том, что именно вы моя судьба. Да, а потом он дал мне тест, и я уже, конечно, все понял, откуда все эти тесты берутся. И, в общем, цветы — это как от учителя к учителю, а весь этот романтик — как от мужчины к женщине. Эта школа меня точно с ума сведет. Ну, за романтик вам, конечно, спасибо. Давненько я так не расслаблялась. Не женщина, а богиня. Все, пока приберите, а я пошел. Давай. Это получается, мы случайно свели два блуждающих сердца. Хотя меня больше волнует, если у них-то каждое свидание проходили. У нас же от школы и кирпичика не останется. А ты, придурок, какого черта ты сказал, что это Полины-то? В этом классе кто-то еще на такое способен? Прежде чем что-то делать, разберись. Если ты нашел какой-то предмет в раздевалке, это не значит, что мы его владельцы. Я вам зуб даю, Леопольд, они другие. Все косяки в прошлом. Ой. Саша, твои ребята, ты подговорил. Нашел время, ну блин, класс полностью в разрухе. Докажи, что это сделала Рашида Жавдатовна. Ну это же просто какой-то кошмар. Новый класс. Точно нет. Ну что, мы теперь в расчете? Да, ну вы просто Леопольда Арнольдовича не вовремя привели. Ну что, ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Как приснится, бывает вот это вот, что мне, что тому тебе, то потом ты ходишь целый день и думаешь об этом. К чему бы это все? Рома, нужен расклад. Что ж, друзья, это была 11-я серия школы. Если вам понравилось, смотрите вместе со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, забегайте в мой инстаграм, телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима, типа топ. Пока!